Новости вторника на репортере в прямом эфире. Меня зовут Григорий Блайда. Здравствуйте. Директор детского лагеря «Виктория» Петрос Саркисян отстранен от занимаемой должности. Такое решение по ходатайству прокуратуры вынес Приморский районный суд. В прокуратуре сообщили, что категорически не согласны с решением выпустить Саркисяна под залог. Визначені альтернативи у вигляді заставу 120 тисяч гривень, воно не може бути виставлено стану здоров'я підозрюваного. Він вирішився за визначав наш співробітник, чого на судовому засіданні, що для цього є відповідний наказ, який передбачає можливість СІЗО направлення підозрюваного до відповідного медичного закладу та забезпечення необхідної додаткової охорони. Я напомню, сейчас прокуратура пытается обжаловать залог в 128 тысяч гривен, под который вышел Саркисян. Уже на следующем заседании, 30 ноября, сторона обвинения попытается обосновать свое подозрение. Тем временем Одесская область практически готова к непогоде. Тема ликвидации последствий снежных заносов и гололеда на дорогах региона стала основной на очередном аппаратном совещании в облгосадминистрации. Необходимо подготовить к вызовам непогоды порядка 10% всей спецтехники, а трем районам области пополнить запасы реагентов для защиты граждан от гололеда. Запасов топлива должно хватить, взаимосвязь с фермерскими хозяйствами по вопросу уборочной техники также отлажена. Основной вопрос, который еще предстоит решить, это улучшение координации профильных областных служб. На жаль, незрозуміла позиція керівництва Головного управління ДСНС України в Одеській області, яке звітувало, що в цілому вони готові та не надали жодного документу розрахунку сил та засобів, які можливо задіяти у разі виникнення надзвичайної ситуації. Відсутній перелік і дислокація по районам області. Не надано розрахунок потреб матеріальних ресурсів. Губернатор Максим Степанов на совещании раскритиковал работу службы по делам детей. Поводом стала недавняя поездка Степанова в Березовский интернат. Глава облгосадминистрации поручил подчиненным тщательнее проверять социальные объекты и держать связь с общественными организациями, которые в курсе большинства проблем в детских учреждениях. Мне кажется, что алгоритм ваших дій щодо перевірки такого рода об'єктів повинен бути слідуючий. Ви повинні зробити перевірку. Визначити, що потрібно там зробити, визначити терміни і потім отримати звіт, що воно зроблено або не зроблено. Якщо воно не зроблено, ви повинні піднімати це питання. Ви цього не робите. Не обошел стороной губернатор и резонансную тему – внесение залога за активиста Сергея Стерненко. Максим Степанов в очередной раз подчеркнул, что 600 тысяч гривен за Стерненко и 128 тысяч за директора детского лагеря «Виктория» Петроса Саркисяна – это проявление несправедливости. Отвечая на вопрос журналистов, губернатор сообщил, что после выхода активиста из СИЗО не встречался с ним и даже не разговаривал. Господин Стерненко является жестким моим оппонентом. Я не согласен, наверное, с 99 способами ведения им тех или иных акций. Он, более того, он всегда критикует власть, в том числе и меня. Здесь не вопрос фамилии. Здесь вопрос в том, что порядок должен быть в государстве, и этот порядок должен быть обеспечен. Я с ним отвечаю теперь на ваш вопрос. Я с ним не общался и пока не планирую. И сегодня в Нижнем храме Спаса Преображенского собора над местом погребения четы Воронцовых установили портрет Елизаветы Ксаверьевны Воронцовой. Портрет разместили рядом с изображением мужа, генерал-губернатором и меценатом Михаилом Воронцовым. Эти люди уже были увековечены знаменитыми современниками, даже выписанными того времени. Опиралась я на те портреты, которые были созданы в период их жизни. Для портрета Елизаветы Ксаверьевны я выбрала миниатюру до Фингера. Хотя это очень небольшая работа, акварельная, но мне кажется, он наиболее точно передал ее такой вот нежный образ, изысканный, изящный. Плюс я старалась выбрать портреты, где они с Михаилом Семеновичем примерно в одном возрасте, чтобы они гармонично смотрелись рядом.
Инициатива чествования активных деятелей Одессы принадлежит общественной организации «Ассоциация женщин Украины ДИЯ», которая 28 ноября отмечает год со дня своего основания. Этот проект стал одним из шагов привлечения внимания к гендерному равенству в Украине и увековечению выдающихся женщин, которые способствовали становлению нашего общества и развитию женского благотворительного движения. Цели нашей организации – это не только как бы там портрет, нужно мемориальные доски повесить там, где жила, там, где делала школы, больницы, а вообще, в принципе, эта женщина достойна памятника. И мы будем, нашей организации делать все, чтобы памятник в Одессе Елизавете Ксаверине Воронцовой, женщине, которая родилась в Белой Церкви, которая прожила в Одессе, которая меценатская благотворительница, памятник, удостоить ее чести и памяти. В планах организации установка в Одессе памятника Елизавете Воронцовой. И к другим новостям. Почти каждая пятая женщина в мире страдает от гендерного насилия. По словам специалистов, это прежде всего касается переселенцев и беженцев. Для их защиты и оказания помощи общественные активисты и Центр первичной правовой помощи подписали соответствующий меморандум. Теперь пострадавшие женщины могут обращаться не только в полицию. Они могут прийти как в общественную организацию, которая сегодня представляет проект, да, пожалуйста, но и так они могут воспользоваться своим правом и прийти в Центр бесплатной правовой помощи, где им разъяснят всю процедуру, которую нужно пройти, где им обеспечат защитника, да, и дадут соответствующую консультацию. Самая сложная группа подопечных общественных активистов – это женщины-мусульманки, которые в силу национально-религиозных аспектов не разглашают фактов насилия. Для них, как и для других женщин, специалисты готовят комплексный подход. Здесь нельзя говорить только в правовом каком-то аспекте. Здесь должны подключаться все службы государственные, в том числе и социальные службы. Должны быть шелтеры, куда размещать таких лиц. Я знаю, что такие шелтеры есть, но насколько они функционируют и обеспечивают такую поддержку, я думаю, что в конце нашего 9-месячного проекта мы сможем уже презентовать. Это заодно будет и исследование, да, этой проблемы касательно вот этих категорий. К сожалению, жалуются специалисты, добиться реального наказания для обидчика при действующем украинском законодательстве очень сложно. В отношении одной жертвы были применены телесные повреждения, причинены телесные повреждения. Однако, несмотря на это, правоохранительные органы всего лишь составили админпротокол, да, привлекая к админответственности. Это неправильно, потому что любое причинение телесных повреждений, даже это если легкие телесные повреждения, то это уже уголовное производство. И только благодаря нашей организации, тому, что она пришла, простаивая, извините, 2,5, почти 3 часа в отделе национальной полиции, нам удалось открыть уголовное производство. Профильные юристы надеются, что Украина подпишет так называемый «Стамбульский протокол», регулирующий вопросы гендерной политики, и соответствующие изменения вступят в силу. Тем временем в Одессе презентовали украинское издание документа Венецианской комиссии «Мерило правосудия». Он служит инструментом защиты прав для самого широкого круга лиц, а также приближает Украину к международным правовым стандартам. Презентация прошла в рамках форума «Правосудие и общество». Эксперты сошлись во мнении, что реформировать систему правосудия необходимо начинать с юридического образования. Питання не те, чи треба робити, чи актуальна така проблема професійної освіти, чи реформи юридичної освіти, вона не те, що актуальна. Вона запізніла на дуже багато років, і в цьому плані ми не можемо бути компліментарними до тої системи юридичної і тих юридичних стандартів, які є, бодай, на захід від нас. Це називається стандарти, європейські стандарти в ділянці верховенства права, прав людини і демократії, як три єдиної основи, на якій існує, розвивається європейська сучасна цивілізація.
И к спорту. В бою непобедимых боксеров сильнее был одессит. Арнольд Хигай отправил в глубочайший нокаут россиянина Валерия Третьякова. 11-я победа на профи-ринге. Получилась напряженной, однако бой завершился досрочно на последних секундах 10-го раунда. По словам самого Арнольда, переломный момент поединка настал после 7-го раунда, когда соперник устал, поплыл и начал пропускать. Это уже 8-й нокаут для Хигая. И открытый кубок Одесской области по чирлидингу прошел в спорткомплексе «Краян». В соревнованиях приняли участие более 870 спортсменов, а в борцовском зале на Михайловской состоялся детский чемпионат по греко-римской борьбе на призы олимпийского старта. Подробности знает Дмитрий Богомолов. Участников открытого Кубка области по чирлидингу было настолько много, что выступления команд разделили на два дня. На соревнования в спорткомплексе «Краян» приехали команды из Одесской, Киевской и Днепропетровских областей. Среди 870 участников почти не было совсем начинающих команд, соло и дуэтов. И взрослые дети уже обладают опытом и знают, как поддержать партнеров по команде. Мы должны друг друга поддерживать, даже если мы вот иногда даже бываем в разных каких-то сферах и можем как-то и настроение у нас поменяться, мы должны все равно болеть друг за друга и должны быть одной командой. Мы говорим, что мы все сможем, что мы выиграем, что мы будем самыми лучшими что надо делать все самые лучшие эмоции, натянуть руки, сделать жесткими, и чтобы у нас все получалось, и ничего не забывать. Теперь чирлидинг развивается в Белгороднестровском и Вавидиопольском районах. Одно из лучших подтверждений мастерства спортсменов областной федерации – победы и медали на чемпионате Европы в Голландии. Из 5 дуэтов у Одессы 4 золота, серебро и 2 бронзы. Основным итогом года, я считаю, это победы на европейских стартах промежуточных. То есть раньше мы ездили один раз в году и побеждали сборными командами. В этом году мы начали ездить уже командами от клубов. И радует, что мы тоже первые. Мы первые в сборных командах, и в клубных командах мы тоже держим первенство. Благодаря обмену опытом, тренингам и семинарам в Одессе появляются и новые тренеры. Часто ими становятся лидеры своих команд. Навыки выступлений дают ценные знания и подход к работе молодым спортсменам. Конечно, это очень важно. Детям важно не просто знать и слушать советы тренера, как надо выступать, а также видеть, что тренер тоже это может, и это их заряжает энергией, эмоциями дальше тренироваться и побеждать. Мы стараемся использовать метод кнута и пряник, потому что очень важно для детей и дисциплина, но также, если их не похвалить, то они будут все портить, можно так сказать. Поэтому стараемся и жалеть в чем-то, но в чем-то очень строго держать. Призеры всех номинаций представят Одессу на Кубке Украины 3 декабря в Киеве. Этот турнир станет важнейшим показателем класса работы чирлидеров в этом году. В 2017 году в Одессе появилась конкуренция у нашей федерации. Это радует, потому что все равно весь чирлидинг в регионе родом от нас. Но я с радостью могу отметить, что уровень наших тренеров, уровень наших спортсменов намного шагов вперед. И я вот очень хочу, чтобы это оставалось так всегда. Для этого мы учимся за границей, учимся дома, соревнуемся везде и планируем делать это на таком же высоком уровне дальше. Основной задачей четкой вот на этот год – это регионы, районы Одесской области. В планах на следующий сезон – новые победы на евроарене и повышение результатов на командном чемпионате мира. Красивые броски и интересная борьба. В турнире на призы олимпийского старта по греко-римской борьбе приняли участие юниоры в возрасте от 8 до 12 лет из Одесской и Николаевской областей. Этот вид спорта борцы выбрали не просто так. А мне она очень понравилась. Мне понравилось, что мы тут делаем кувырки, сальто, гимнастика, боремся. Я занимаюсь 3 года греко-римской борьбой. Греко-римская борьба, она классическая. Ну вот, например, вот в вольной борьбе можно брать за ноги, а здесь не можно. Всего в турнире приняло участие более сотни детей. Победители и призеры получили ценные призы, практику и важный опыт. Этот турнир продолжил ряд соревнований олимпийского старта по другим видам спорта – классическому боксу, савату и танцам.
праздник спорта, на котором выступают маленькие детки 2006-2008 года и 2009-2010 года. Для многих из них это первые соревнования, это старт в большое будущее. И я надеюсь и глубоко убежден в том, что именно эти соревнования помогут многим из сегодняшних борцов добиться высоких высот. Организация этого турнира занималась общественная организация «Олимпийский старт», которая неоднократно проводила турниры. Греко-римская борьба – это еще одно направление, которое сможет действительно получить должное развитие в нашем городе. В этом году Одесская область сделала шаг вперед в своем развитии и подготовила чемпиона мира. За этот год у нас в греко-римской борьбе есть чемпион мира среди молодежи. Он в Тампере занял в Финляндии первое место, Владлен Козлюк. И два дня назад с Польши, с чемпионата мира до 23 лет вернулся Магомедов Руслан. Он проиграл в борьбе за бронзовое место, проиграл из-за того, что у него вылетело колено. И занял всего лишь 5-е место. Но это тоже неплохой результат на чемпионате мира. В ближайшее время уровень инфраструктуры для всех видов борьбы в Одессе должен повыситься с появлением новых залов. Репортер держит руку на пульсе. Оставайтесь с нами. С нами интересно. Увидимся. Счастливо.